Семьи бывают разные, не всегда благополучные. Чтобы помочь детям и их родителям в решении сложных вопросов, 17 мая во всем мире отмечается Международный день детского телефона доверия, который призван привлечь внимание широкой общественности к проблемам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нашей республике телефон работает с 2010 года. На номер 8 800 2122 может позвонить любой человек, ребенок или взрослый, который столкнулся с проблемами в жизни. Вот если взять 2014 год, за 2014 год на этот телефон поступило более 24 тысяч, около 25 тысяч звонков. Более 70% звонящих – это дети, преимущественно подросткового возраста, но остальные 30% – это родители с детьми. Очень приятно, я считаю, и очень хорошо, когда по возникшему непониманию родители с детьми вместе консультируются со специалистом, как себя вести в таком случае, как выйти из этой ситуации, тем более если возникла конфликтная ситуация. Номер телефона 8 800 2122. На этот телефон можно позвонить и со стационарного телефона, и с мобильного телефона. Я считаю, не надо ждать осложнения различных возникших проблем, как несовершеннолетним, которые иногда не могут поделиться своими проблемами с ровесниками или с родителями, с учителями, так и взрослым, если возникли проблемы во взаимоотношениях с детьми. Нужно советоваться со специалистами, которые дадут правильные, квалифицированные варианты выхода из возникшей ситуации, советы правильные дадут.